Назначение пособия по безработице происходит одновременно с решением о признании гражданина безработным. Этим занимается территориальный центр занятости населения. Чтобы получить пособие, необходимо зарегистрироваться в органах службы занятости в целях поиска работы. Для того, чтобы получить пособие по безработице, необходимо направить в службу занятости населения заявление в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги по содействию в поисках подходящей работы вместе с резюме. Регистрации подлежат граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы по месту жительства, в отношении которых центрами занятости населения в установленном порядке принято решение о признании их безработными. Зарегистрированному гражданину центр занятости населения устанавливает дату явки для решения вопроса о признании его в качестве безработным. Центр занятости населения в день постановки на регистрационный счет безработного гражданина направляет ему соответствующее уведомление. Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии, что безработный гражданин проходит перерегистрацию в установленном правительством Российской Федерации порядке и в сроках установленной службы занятости населения. Пособие по безработице начисляется не авансовым платежом, а за фактическое количество дней безработицы, прошедших с даты регистрации заявления гражданина о предоставлении государственной услуги по содействию в поисках подходящей работы до даты признания гражданина безработным. По общему правилу пособие по безработице начисляется в зависимости от среднего заработка по последнему месту работы.